Всем привет! Сегодня записываю еще одно видео решение по Роблоксу. Если честно, я уже задолбался, у меня сил нет, но хорошо то, что получилось найти новое решение. Значит, смотрите, тот способ, который я показывал до этого с расширением, он перестал работать сегодня. То есть, когда вы заходите в Roblox через браузер, у вас высвечивается ошибка 272. И все, у вас не получается зайти. Если удалить само расширение и убрать скрипт с расширением, то у вас компьютер опять начнет перезагружаться. Значит, смотрите, какое следующее решение. На всех компьютерах, по идее, не знаю точно, на 7-й винде есть или нет, скорее всего нет. На 10-й винде есть Microsoft Store. То есть мы в него заходим. Естественно, чтобы в него зайти, нужно создать аккаунт в Microsoft Store. Если у вас аккаунта нету, то, скорее всего, не получится скачать. Честно, не знаю, может быть и получится, не проверял. Но у меня аккаунт есть, так что у меня все работает. Значит, смотрите, мы зашли сюда в Microsoft Store. Дальше пишем Roblox. Вот она игра. Нажимаем. И смотрите, вместо кнопочки «Играть» у вас будет кнопка «Установить». Значит, вы устанавливаете, и после того, как у вас установится, у вас появится кнопочка «Играть». И тем образом у вас получится зайти и поиграть в Roblox. То есть, сейчас вот покажу. То, что все заходит, все работает. Допустим, давайте вот в Murder Mystery 2 зайдем. Как видите, заходит. Так, звук отключаю. Все, как видите, работает. Сейчас у меня персонаж загрузится. Секунду. Ну вот, могу бегать. Единственное, что я заметил, то что с Microsoft Store почему-то лагает Roblox. Я не знаю, либо мне кажется, либо реально есть небольшие лаги. Но если вы хотите поиграть в Roblox, то придется вам с этим смириться, пока не найдется новое решение. И смотрите, когда вы скачаете Roblox с Microsoft Store, нужно заходить именно только с Microsoft Store. Потому что если вы будете заходить либо с браузера, либо с лаунчера, то у вас опять будет перезагружаться компьютер. И еще забыл сказать то, что Roblox нужно обязательно удалить, который у вас установлен. То есть, как видите, у меня сейчас Roblox'а нету. Можно сделать удаление двумя способами. Сейчас покажу первый способ. Заходим в настройки. Дальше приложение. Приложение и возможности вроде бы сюда. Здесь ищем Roblox. Вот здесь поиск есть. Пишем Roblox и ищем. У меня до сих пор он есть. Странно. Хотя я его полностью удалил. Может быть и не обязательно удалять. Ну ладно. Удаляем. Все, пусть он удаляется нафиг. Хотя, кстати, подождите, это, возможно, Roblox с Microsoft Store, который... Я вот точно не знаю. Ну-ка, удалился он или нет? Давайте заново зайдем на страницу. Да, это Roblox, именно который с Microsoft Store был. Ну ладно. Значит, перед тем, как в Microsoft Store скачать Roblox, вы его удаляете. Вот таким способом, которым я вам показал. Если вдруг этот способ вам не поможет, тогда нужно будет скачать приложение Rake Organizer. Если я ссылку найду на скачивание, обязательно оставлю. Но я думаю, в принципе, найду. С помощью этого приложения удаляется полностью весь Roblox и все его файлы. То есть вы заходите в удаление установка и обновления, вот здесь вот, в этот раздел. Здесь удаляете Roblox. То есть здесь его ищете, удаляете. У вас, короче, начинается удаление. Дальше, после удаления у вас предлагается найти оставшиеся там файлы, которые не удалились. Вы нажимаете «Найти», они находятся, вы их удаляете, и все, Roblox полностью пропадает с вашего компьютера. Дальше вы заходите в Microsoft Store, нажимаете кнопочку «Установить», устанавливаете его. И спокойно с Microsoft Store играете. Вот. В принципе, пока что вот только одно решение, как можно зайти поиграть. Больше, к сожалению, нету. Если другие решения появятся, я, естественно, обязательно запишу видео.
Так что ждем. Надеюсь, скоро все пофиксит, все исправит и все будет работать. Но пока что придется немножко помучиться. А вот у меня установился Roblox. Давайте я еще раз зайду. Ну, скорее всего, меня сейчас попросят зайти в аккаунт. Я думаю. Да, у меня просят зайти аккаунт, как видите. Вот, ну, тогда на этом буду заканчивать. Кому понравился видеоролик, можете поставить лайк, подписаться на канал. С вами, как всегда, был Избан. Всем удачи и пока.